Бифштег, 2 копейки, 1935 год, идеальное состояние, и на Руси вечерняя копалка, первая находка, где-то рядом конкурент ходит, пищит. Так, держи. У меня вот такая вот нисточка прям идеальная, даже чистить не надо, смотри. И солнышко, как я тебе говорил. Солнышко. Солнечная Мордовия. Так, не знаю, будет видно, но бородатый мужик на коне пробит посередине. Некрасиво. Вот, 5 копеек, 31 год. Ну, это, понятное дело, будет хорошенькое. Вот так вот. Так, тростенек вот такой вот, но верх герба слегка обломанный. Вот так вот пойдет. Вот такая вот у нас вечерняя Русь, помойка, ну реальная помойка. Беркут Деус. Так, дядя Виталик выкопал 1899 год, 2 копейки. Очень хорошенькая, но ее придется выпрямить. И будет еще лучше. Дядя Виталик? Дорогу спал. Да какая дофиг дорога? Не-не-не. Вот так вот. 10 копеек, пробитые, серебро. Маниста. Вот такая вот. Так, ну давай быстрее выкапывай. Ты как тут ходил? Я здесь не ходил. О, давай подожди, онлайн-тест, пинпойнтер. Вот же она лежит, вот брат. Она, еще видел. Одна маниста. Здоровое серебро. Две... А, нет, это уже нет, это уже не серебро. Нет, серебро, похоже. Только с дыркой это. С дыркой. Не царская. Орелик. Две татарские бусины. Так, наконец-то я обрыбился, только номинал не ясен. Вообще непонятно, кто это такая. Ну, царик. Царик, царик, царик. Ха-ха, моя прелесть, он там Деус роет. И снова дырявое серебро. Татары все просверлили тут. Все монеты в дырках. И снова дырявое серебро. Вот, кстати, вот здесь вот Виталик с Деусом ходил. Ну, просто мы друг за дружкой ходим. Он со мной, я за ним. Вот так вот. Итак, ребята, вот факт. Здесь крутился Виталик с Деусом. Вот территория. И я не намекаю на то, что Деус пропустил. Это пропускает человек. Но вот интересный факт. Друг за другом ходим здесь сейчас по этому месту. Это кольцо медное, разорванное и скрученное. Ну ладно. В общем, интересно. Связка Деус и Беркут. Интересный результат. Виталик нашел вот такой обломок. Перстень. С буквой М. Миша. Вон он. Деус роет? Деус роет? Скажи, Деус копает? Никола пробитый, тоже монисто, все пробитые, да. Щитовичок, 15 копеек, целый не пробитый, очень хорошенький. Кря-кря-кря. Так, идем к машине, зацепил образок. На этом вечерняя копалка заканчивается.
На горизонте появились тучи. Похоже, что вечерняя копалка закончилась.